Что произошло? Доверие. Доверие, у него поменялось состояние. Как этим мобилом пошутся с остальными членами? Состояние обычных слов. Непорядочность. Конечно же. Тут же слет у кто-то, кто попадает в боковое поле зрения, например, мог каким-то жестом заехать это состояние. Совершенно точно не выигрышная позиция, это делает вид, как будто ничего не произошло. Да? Вот, на ваших глазах произошло чудо. Из одного состояния клиент перешел в другое состояние. Тут же воспользуйтесь этим. Зачем? Ну, доступ получать. Теперь в любой момент получать доступ к этому. Да. И вот это да, оно может быть распространено на следующий этап. Оно может быть распространено вообще на отношение к покупке. Вы подходили немножко стихийно. Просто помните о том, что если у вас есть, вам предоставляется такая классная возможность, как заранее посовещаться и распределить роли, ага, хорошо, у тебя лучше всего получается подстраиваться там, вот к этому. Ты ведущую скрипку играешь, там, постройки к семантике. Ты здорово задаешь вопросы, вытаскивая ценность.